зовут Даша, и сегодня я снимаю видео под названием «Жиза». Жиза – это когда сам рассказал, сам и посмеялся. Ну вот такая вот шутка. Скажи смешно. Не смешно, правда? Дашенька, у тебя 6 конфет. А сколько у тебя останется, если я возьму у тебя 2? Да, конечно, 6. Жиза – это когда любишь есть по ночам. Дашенька! Это не я. Жиза – это когда хотел сфоткать ответ у друга и забыл выключить звук. Слушай, дай списать. Ну-ка, давай, передавай, передавай. О, спасибо. Я быстро. Так, Кошкина, кто это сделал? Я вообще без понятия. Жиза – это когда учитель сказал отвечать, но урок уже заканчивается. Даша, когда с кем? Я? Да, ты. Даша, рассказывай домашнее задание. Теперь вы знаете, что такое жиза. Понравилось вам видео? Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Я вас всех люблю!